Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Эх, наконец-то мы пойдем в Железный Цитадель. Давно я уже хотел это сделать. Я бы сам бы уже это все сделал, конечно же, если бы не играл на запись. Так, в идеале за это время попробовать нам вообще пройти полностью всю Цитадель. Ну, если я успею, я не знаю. Давайте тогда приготовим заклинание. Вот оружие огня хорошо, но... Здесь, видите, у всех доспехи, как у меня, то есть, а у них высокий иммунитет к огню, это во-первых. Во-вторых, да, здесь два босса будут. Так, два босса будут, у которых тоже огромный иммунитет к огню. Крипы уже не респаунятся почти. Так, оружия у нас много, пойдемте. Сейчас нам нужно будет зачистить полностью всю крепость. В идеале... блин, ну выносливость-то, а. В идеале мне нужно бить первым, да, чтобы они меня хотя бы не дамажили. Так, давайте все это уберем, всю чушь эту. Пока мы не будем тратить фляги. Окей, так, здесь плюшку я взял, там я ключ взял, все. Это у нас такая финальная зачистка идет. Оп! И выносливости нет. Есть, все. Промахнулся ты, дружок. Ну, собственно говоря, без особого труда, видите, забираем минус 3. Так, хорошо. Ну, пойдем мы вызовем бота, да, в любом случае. Это опять же будет по сценарию. Опа. Опа, я прокосил, да? Ох ты, два раза меня ударил, а. Так, здесь мы уже были, там ничего интересного нету у нас. Идем сюда. Сейчас я упаду, продамажит. Так, отлично. Опс. Так, знаете, что бы я сейчас сделал? Уберем это кольцо тупое и поставим вот это. Надо, короче, еще найти кольцо со змеем, потому что очень мало душ, реально очень мало. То есть я не успеваю просто прокачиваться. Пускай он падает, он нам уже не нужен, в принципе. А он так сдох. Так, у меня есть кольцо? Да, нам нужно еще кольцо, чтобы сберечь наше оружие. Я уже думал, какое-то кольцо исчезло. Все, поставили кольцо. Угу, зачаруем оружие опять. Наложим баф. Не зачаруем, наложим баф. Прыжок, удар, удар. Здесь еще у нас прыжок, удар, удар. Ну, с двух ударов, да, но это, в принципе, отлично. Опасно здесь прыгать, конечно, но что поделать. Так, да, в принципе, ничего страшного нет. Просто главное прыгнуть и все. А еще как я в прошлый раз, когда побежал, просто даже не прыгнул, просто побежал по прямой. Ай, как смешно было. Эх, ладно, пронесло. Ну, можно. Ну, давайте, раз поставили. Кстати, тоже играл с девчонкой, я не помню, вы видели это или нет, на запись было или нет. По-моему, на запись, да? Она, короче, воткнула камень и не знала, что это такое, короче. Она просто бегала, не знаю, думала, била стенку. Ну, когда что меня выстрелили. Я уже говорил, да, что, например, здесь эта вода, она повышает ваш иммунитет, по-моему, на 300 единиц. Здесь мы, наверное, не увидим этого. А может, мы и увидим, я не помню, сколько у меня было. Ну, короче говоря, это довольно сильно повышает иммунитет, в первую очередь, к огню, потому что босс огненный, видите. Ну, так все задумано. Ох, как я плохо прыгнул-то, а. Чуть не провалился.
босс не сложный, в принципе, да. Там у него есть сложные способности, когда он взрывается, знаете. И ты бывает, можешь не усмотреть этого. А так босс не сложный. Я много раз его убивал, помогая другим. Ну что ж, let's go. Кстати, потом, после этого босса, когда мы уже откроем костер, да, здесь уже будет появляться преследователь, наш старый друг. Опа. Самое главное, да, успевать восстанавливать выносливость. Самое главное, это большая проблема у меня с ней. Сейчас он будет гореть, да, но это ничего страшного нет, можно его убить. Но в этот момент, видите, у него уменьшается, увеличивается, короче, иммунитет к физурону. Ну, босс несложный, опять же говорю. Сейчас он может взорваться, смотрите, да? Вот, это самое неприятное заклинание, очень сильно дамажит. Сейчас он будет поджигать оружие, его тоже можно бить. Видите, урона меньше идет ему. Так, давайте отойдем. Так, сейчас опять может взорваться, осторожно. Нет, не взорвался. Я говорю, босс несложный. Ох! О, молодец! А как же попал хорошо. Ох, я увернулся, конечно. Так, надо бить его, надо бить. Не балуйся. Ох, ну вот видите, да? Блин, проблема с выносливостью ужасная. Если я ударил, просто стою и не могу отойти даже. А что, может взорваться, кстати? Да, об этом я говорил. Вот ошибка моя. Не надо было поставляться. Да что ж такое? Давай, давай. Все удары, короче, принимаю. Молодец. Кстати, в идеале, чтобы она выжила. Угу, увернулся. В идеале, чтобы пройти нормальный квест, хватит ее убить. А, блин, ну, выносливость, как же я тебя не люблю. Поэтому делаем так, ударим один раз, отойдем. Все, я должен сейчас его добить. Все, отлично. Ну все, по сценарию все хорошо получилось, она выжила, это самое главное. Кстати, много-много плюсов от того, что мы убили этого демона. Во-первых, ну, получили опыт, продолжили проходить квест этой девушки, да? Также именно после его убийства появится его сет в магазине, то есть можно будет купить его сет. А у него довольно хорошие доспехи, тоже хорошее сопротивление огню. И еще, какой-то торговец, по-моему, девушка, которая возле кузнеца сидит, она будет продавать теперь бесконечные ресурсы для улучшения. Определенные ресурсы. Мы, в принципе, сейчас с вами и глянем, что же она начала продавать. Все, первый костер мы прошли, хорошо. Это у нас за него все вместе 10 минут за него. 10 минут, чтобы пойти с самого начала, убить всех и убить босса первого. Так вот она, по идее, что будет продавать бесконечную. Нет, смотрите, почему-то нет, странно. Скорее всего, значит, да, значит, все-таки после второго босса, да. Ну-ка, подождите, а если мы с ней поговорим? Ну понятно, ладно, короче, нужно убивать второго босса, поэтому пойдем убивать. Все понятно, все. Короче, я не помню, говорил, нет, что вот этот кузнец, это ее отец. Но она не узнает в нем своего отца, потому что, видите, кузнец он мутировал, я, по-моему, это говорил. Кузнец, видите, стал этим зомби, да? Но кузнец хорошо помнит об этом. Он сам знает, что это его дочка. И он спокоен, что она рядом. Но, видите, она не признает отца. Нам, в принципе, все равно, поэтому мы делаем так. Мы идем дальше. Нам нужно идти дальше. Так, ага. У нас сейчас будет доступ еще к башне солнца. Но мы туда не пойдем. Мы просто откроем костер. Давай, братюня, ПВП же ПЗП. Опа! Опа! Ну я сильнее.
Смотрите, сейчас там один будет ломать проход, да? Блин, я еще лук не смогу взять, да? О, смогу. Один будет ломать проход. Мы можем сделать так, чтобы он не сломал проход. Хотя это не обязательно, но ладно. Нужно просто в него один раз попасть из любого оружия. Все. Видите, мы их согрели, больше они ломать проход не будут. Нифига он яростен. Ну и где он? Засада, да? О-о-о. О, сейчас мне нечем прыгать, молодец. Так, ладно, давайте опять оружие зачаруем, чтобы быстренько убьем двоих. Блин. Дай мне оружие зачаровать. Будь мужиком. И вот сейчас, когда я использовал костер, да, если я спущусь вниз, там появится преследователь. Когда я его убью, я получу еще одно кольцо клинков, которое просто увеличивает физурон, но увеличивает очень мало. Но это кольцо очень хорошо подходит для тех, кто дерется перчатками или когтями. Как я, помните, пробовал драться, да? Вот это очень хорошо подходит. Кстати, вот этот сет, это сет панцирной черепахи, его тоже можно нафармить. Мы сначала сделаем так. Мы откроем еще один костер, чтобы я потом уже не бегал 20 раз. Мы должны все сделать по уму. Так, идем сюда. Здесь есть только один сундук. Здесь будет один сундук мимик, сразу говорю. По идее, здесь это будет кольцо с золотым змеем. Где-то оно будет это, в этой локации. Все, видите, я активирую костер, но я уже отсюда не вылезу. Поэтому мы опять заново начинаем. Это у нас костер башни света. Это там тоже находится ковенант звонарей, да? Помните, когда меня призывали, я появлялся там. Сейчас, в принципе, пока туда идти смысла вообще никакого нету, потому что там только PvP-зона, все. Так. Угу. Сейчас тогда быстренько еще раз убиваем всех. Опа. Опа. Ну ладно, так. Опять берем лук, чтобы не сломал. Хотя, конечно же, можно перепрыгнуть, это не проблема. Проблема в том, что потом, видите, за ним бегать неудобно. Упади, давай, упади, а, пожалуйста. Меня засосал. Да останьте вы от меня уже, нормально. Так, все, здесь мы свое дело сделали, теперь идем дальше. Сейчас агрится на нас один лучник, да, мы активируем эту кнопочку сразу же. И он, по идее, должен упасть, если я успею. Таким методом сразу мы делаем минус 3. Ага, потом достаем, зачаровываем оружие, сейчас мы полезем наверх. Еще есть, да, тараканы, блин. Но я их не могу убить. Ну, убейте. Кстати, здесь надо быть очень осторожным. Видите эти кнопки? На них наступать не надо. Если... Ну, потом, короче, я возьму плюшки сам. Ладно, ясно. Ладно, перематываю. Так, ну давайте продолжим. Я там потратил еще души на прокачку левого. Прокачал я выносливость еще до 2. То есть до 20 в итоге, да? Я не знаю, что происходит. Почему-то он пьет сам. То ли у меня клавиатура сдохла, то ли что, я не понимаю. Ну ладно. Сейчас мы просто идем вот сюда вот, голову не ломаем. И вот сюда вот.
Опять же, когда вы разбиваете эти урны, да, кувшины, да, там вода, опять же, она на вас налета, когда мочит вас, повышается у вас сопротивление огню. Смотрите, железный сундук, вы видели, да? Так что мимик может в железном сундуке быть. Темные вещи. Так, окей, у нас еще там фигнюшка. Ну ладно, пускай будет. В принципе, это будет по дороге нам. Два мимика, да, на одной локации не может быть 100%. По крайней мере, я такого не помню. И как я уже говорил, да, что из каждого сундука мимика выпадает один из доспехов черного... Ну, черный рыцарь, или как там его зовут там? Вот. Темные наручи. Темный сет, короче, выпадает. Это вот, да, опять же, для босса, но мы не будем тратить. Сейчас будет у нас здесь такая заварушка неприятная. И надо будет нам кое-что еще сделать. Окей. Да. А ты что стоишь, друг мой? Присоединяйся, пати. Я его, оказывается, даже и не убил. Забава. Ну давай подеремся на оружие. Заметьте, да? Ничего не выпадает. Ни кирасы, да, их, ни шлема, который я фармил. Большая секира черного рыцаря. Так, что ж, идем дальше. Сюда идем. Потом сюда. Здесь у нас плюшка лежит. Сюда. Потом аккуратненько вот сюда. Потом аккуратненько вот сюда. Вот так обходим. Поднимаем здесь плюшку. Вот я говорил про кольцо с золотым змеем, помните? Да, молодец. Ладно, перематываем. Так, вот, все, пойдем немного по другому пути. Оп-оп-оп-оп, вот видите, почему не стоит там проходить? Потому что здесь больно. То есть мы шли поверху, да, мы все прошли здесь, это то же самое абсолютно, мы придем в то же самое место. Просто поверху уже не нужно, потому что мы забрали все плюшки. Знакомое место, да, то же самое, где я как раз и упал. Да типа западни, мы проходим подальше, и он спрыгивает. Типа внезапности все дела. Ну ладно, ладно. Ох ты, черепашка пришла. Блин, я тебя не ждал. Так что я опять, видимо, упаду, да? Ну давайте попробуем здесь ее убить. Камон, камон, бейба. Опа. А, так она уже полудохла. Откуда она вообще взялась-то? Стоп, откуда она взялась? Непонятно. Все, бежим дальше. Это будет еще одна черепашка. И мы уже скоро подойдем к следующему костру. И вследствие чего к боссу. Ой, неприятно-то как. А можно же делать еще это сильный удар. Я забываю его делать, кстати. Да, очень редко используем сильный удар. Видите, сколько трупов? Нифига, это самая страшная смерть. А, ну... Да, его убил. Ох ты! Вот я сначала думал, что он там есть, потом думаю, может его нету? Опа, А вот это вот уже неприятно, это уже нечестно. Надо его, короче, убить, да, очень опасная ситуация. Очень опасная, видите, да, еще фигня сзади закрывается, вот будьте осторожны.
Давайте пока мы оденем вот эту вот шляпу. Хотя можно сделать умнее. Давайте мы сделаем поумнее, не будем рисковать. Сделаем так. Сейчас мы просто возьмем и все отключим. Так. И еще выше поднимаемся. Мне эти ловушки не нужны вообще. Во-первых, костер, как я вам говорил, да? Давайте отрегенимся. Так, во-вторых, отключение всех ловушек. Кстати, знаете, где мы сейчас находимся? Мы находимся в голове. Это голова статуи, типа. Вон голова, нос и два глаза. Так, и все, идем сейчас убивать босса, в принципе. Босс не самый такой легкий, но он и не самый сложный. Кстати, да, хороший лук, очень хороший лук молнии, короткий лук. Хороший лук, да. Кстати, про это бафы на оружие. Мы сейчас играем через огонь и через магию, да? Но я больше всего хочу баф молнии, но он будет еще не скоро. Там, видите, там еще свои нюансы. Во-первых, нужно найти это заклинание, это оно будет уже ближе к концу игры. И во-вторых, он требует много веры. Но я хочу попробовать сбросить требования, да, с помощью... Помните, я говорил, есть такая фигня? Вот они. Фимиам скептика. Нафармить на обузе, да, и сбросить. Максимум, да, можно сбросить до 10. То есть и веру, и интеллект можно сбрасывать у заклинаний до 10. Ниже сбрасывать нельзя. Но это заклинание, которое зачаровывает оружие, оно... Стоит аж 34 веры, по-моему, или больше, или 38, или 36. Кстати, да, потом я буду здесь помогать. Сейчас мы его убьем. О, Аегис. В доте есть тоже Аегис. Убью, короче, и будем помогать. Так, нам нужно приготовиться. Возьмем тогда колечко. Это мы уберем, души, а может нет. Для начала мы уберем кольцо, которое уменьшает повреждение оружия. Сейчас смысла от него вообще никакого нет. Можно повысить свою броню. Сколько процентов повышает, я не помню. Ну пойдемте, что ли, попробуем. Ах, фу, давненько я его не видел, конечно. Просто самый главный мой вам совет, как его убивать, да, легче всего. Не нужно... Уходить далеко, не нужно прятаться, нужно наоборот. Держаться максимально близко к боссу, максимально близко. Так, наверное, это мы уберем все же и поставим вот это. Ну, давайте попробуем. Угу. Сейчас он подходит, все следующие разы он будет появляться резко и это. Вот так вот, видите, надо прыгать. Вот, косяк, косяк, да. Кстати, заметьте, у меня уже прошел баф, это плохо. Да что ж такое, я прям на руку прыгаю. Блин, плохо, плохо началось. Так. Не, ну это просто бред. Ну, я говорю, надо привыкнуть. Вы видите, да? Я просто идеально прыгаю на руку. Так, здесь надо уже ударить. Раз, два. Так. И все равно задело. Ну ладно, раз, два. Подходим ближе. Раз,
до вас. Так, это, в принципе, он не должен был делать. О, как плохо. Ой, как плохо-то. Чего же он так бесится? Блин, что-то не очень по сценарию все идет. Вот это, видите, плохо, потому что мы, наверное, слишком далеко стоим, нужно еще ближе. Блин, прям в это говно попало. Да, что ж ты такая мразь? Сейчас будут костром, да, стрелять? Ага. Ну и, собственно говоря, давайте закончим. Эх, для нас это было легко, потому что, вы видите, мы раскачались очень хорошо. Кстати, опять же, не забывайте, что я доспехи почти не качал вообще. То есть я качнул только Кирасу там до 4 левелов, это мало. Когда мы качнем доспехи, да, у нас они будут сильнее в 2 раза. То есть сейчас у нас, ну не в 2 раза, то есть они уже будут до 900 минимум. А то и до 1000 у нас будет защита. Тем более у нас повысится иммунитет как гню там и так далее, сопротивление. Все, я сделал все, что хотел. В этом выпуске мы прошли полностью всю цитадель и убили двоих боссов. Так, очищенный костяной прах, отлично. Это будет плюс третий левел. И где-то еще был. А, я вспомнил, где еще очищенный прах. Да. Здесь, по-моему, нету тайных стенок, но давайте проверим. Очищенный прах еще есть в роще. Мы тогда не стали все убивать, все зачищать, да? Тогда мы убили одного босса, там еще один босс есть, надо будет сходить туда потом тоже. И там есть очищенный прах, я вот помню, хорошо. Ну, собственно говоря, все. Так, здесь я был везде, абсолютно везде, полностью эта локация зачищена официально. Отключил все ловушки, да. А, ну только одно я не подобрал, это пробежаться по огненной лаве, да? И убить ящерицу, но это мы чуть позже сделаем. Кстати, еще видите, тяжело, конечно, убивать ящерицу, играя за ближний бой. Например, когда играешь за мага, очень легко. Берешь, например, молнию, там сдалека стреляешь, с одного удара убивает. А так, пока подбежишь, она уже убегает. Ну ладно. 85 тысяч. Все, давайте тогда мы сейчас выложим лишние души. В принципе, все, что мы должны были сделать в этом выпуске, мы сделали. Все. Теперь можно тратить души и отдыхать, развлекаться. Так, большая душа солдата. У меня, смотрите, еще три ветки это белога. Ага. Очищенный прах, во, как раз. Ну, не забывайте, что от него толку практически никакого нету. То есть он увеличивает всего лишь вашу хилку, да, флягу, на плюс 50 хп. А это, конечно, это хорошо, с одной стороны. Вот она что-то должна продавать. По-моему, она сейчас будет очень много продавать, смотрите. Нет. Да что ж... Вот! Но это еще не все. Да, когда мы убьем еще там боссов, и потом, когда мы убьем короля, у ней будет вообще здесь куча-куча титанита разного, да, там, огненный, там, молнии и так далее. Но, во-первых, видите, осколок титанита не обломок, а осколок, то есть начальные осколки. Я правильно сказал, видите, бесконечные. Еще у нее есть это большой осколок, но большой осколок бесконечный у кузнеца Макдака. Давайте мы купим. Начнем уже апгрейдиться. Скорее всего, тогда оружие я молнии прокачаю потом, да, когда я найду заклинание молнии. То есть я не буду прокачивать оружие под огонь, под магию, я просто буду кидать баф на наше основное оружие и все. Ну, потому что я проверял, в принципе, толку мало от этого.
Вот наши доспехи, красавцы. О, пятый левел даже. Нормально. Ага. Так, давайте прокачаем шапочку. Большой осколок. Окей, потом вот это прокачаем. В идеале прям все прокачать до конца. Ой, это тоже могу, да? Кирасу прокачаем. Ух ты, у меня 10 обломков, что-то я даже не помню этого. Ну ладно. Кирасу полностью можем прокачать, смотрите. Да, кусок титанита это будет проблема. Ладно, что-нибудь придумаем потом. Еще сейчас мы купим осколков. Так, ну хотя бы вот так, штук 7. Вот хорошо, когда бесконечно, реально, не надо голову ломать. Так, и теперь мы делаем усиление наших доспехов, да? Вот это прокачиваем. Большой осколок титанита можно купить. Короче, мы все деньги истратим на прокачку доспехов. Но это того стоит, безусловно. Давайте сначала у нее купим. Большие осколки. Ну-ка, сколько будет стоить? Нормально. Кстати, мы у нее много купили. Возможно, она мне даст сейчас мерцающий титанит. Ага, шапочка. Шапочка. Так, ну видите, все истратили практически. Давайте поножи. Все, пока хватит. Короче, истратили все деньги, кучу титанита истратили. Вот уже под 800 скоро будет, да, и потом уже под 900. С копейками. Так, окей, хорошо. А, ну, сопротивление к яду, крови, это другое, да, вот. Огонь. То есть, когда вы наступаете в лужу, да, помните, которая увеличивает сопротивление, вы не можете увидеть, сколько она увеличивает, к сожалению. Вот жалко, что они не сделали отображение такого эффекта. О, видите, да? Мерцающий титанит. Ну все, в принципе, больше нам здесь делать нечего. Все, там мы все сделали. У нее продаются доспехи, но другие доспехи, не все. Вот, смотрите, во-первых, у нее появился щит. У нее раньше никогда не было щита. Так, сет Пейта я показывал. Сейчас покажу вам еще сет, который появился у этого продавца. Да, братюня. Вот эта красота. Это сет демона с плавильни. Помните, мы убивали железные цитатели первого? Вот он. Очень хороший сет, хорошие показатели. Но у нас, по-моему, лучшие или такие же. Кстати, поставим лестницу. Ну, просто так поставим. Выполним все квесты. Хотя она нам, в принципе, не нужна, но мы ее поставим. Видите, человек специализируется чисто по лестницам. Вот работа реально хорошая, а. Прям завидую. Ну-ка. Вот, а то, что мы купили лестницу за 12 тысяч, он дает нам подарок. Сабля Мэл. И мы открываем достижение. Болтливый скупец. Я не знаю, вы видите? Нет? У меня сейчас ачивка была, стимовская. Кстати, я как раз вспомнил. Несколько лестниц? Стоп, он эту лестницу уберет, что ли? А-а-а-а. Короче, можно три лестницы поставить, и все, я буду мажором. Все, пошел вон, да нам не интересен больше.
Кстати, мы сходим к нашему другу. Видите, горят огонечки? Это убитые нами боссы, великие боссы. Именно великие. Вот. Ужасный убийца. А? Все, больше он ничего не скажет. Все, в этом весь суть. Он сказал, что он какого-то убийцу видел, Крейтон, как раз которого мы тогда не убили. Смотрите, видите? Сундук опять закрыт. Это тоже такая фишка. Поэтому после убийства там боссов приходите, чекайте сундук. Может быть, здесь сосуд души будет? Камень яда, камень кровотечения. Кровоточие. Кстати, вот я не знаю, какой закономерности он закрывается, но даже не первый раз я такое вижу. Надо будет глянуть, потом убить еще одного босса и прийти проверить. Скорее всего, это именно великие души. Видите, когда загораются огни, каждый огонь, сундук закрывается. Так, всю эту локацию мы зачистили. Кстати, вот та локация, в которой мы сейчас были, Железная Цитадель, она является конечной. То есть мы убиваем босса, и все, дальше мы уже ничего сделать не можем. Давайте мы попробуем сейчас убить еще одного босса. Так уж и быть, попробуем еще одного босса. Это вряд ли получится, но я просто попробую. Это тоже будет конечный босс. Прикиньте, три босса в одном выпуске. Это будет вообще жестко, конечно. Так, надо вспомнить, как же его убивать. Для начала нужно подумать, чего же он боится, огня или магии. По идее, там везде у него огонь, значит, возможно, он огня не боится. Ну ладно, в любом случае, пойдемте попробуем. Кольцо у меня есть. Сопротивление огню смысла нет, он не бьет огнем. Давайте его уберем. Там есть, в принципе, лава, ну ладно. Так, что же он поставил? Пойдемте, сейчас будет вся эта фигня тупая, да, отравление, бла-бла-бла, мне это не интересно абсолютно. Нам нечем лечить отравление. Но мы используем эту фигню. Фух, неприятный босс, честно сказать, я не думаю, что с первого раза его убью. Неприятно. Я потом потренируюсь, если что. Надо реально глянуть, чего же он боится. Может быть, он это. Мне кажется, огонь хорошо пробьет его, все равно. И опять же, да, я давно уже не играл против этого босса. Надо привыкать к нему. К каждому боссу нужно привыкать. Как я помню, лучше всего бить ему в живот. Кстати, вот такие заставки плохие чем, да? Что когда мы смотрим, у нас спадает баф оружия. Мой косяк, мой. Вот так надо, видите, да? Ударил. Так. Ой, мой косяк, мой косяк. Ой, больно как. Самая главная реакция. Ну, ёлки-палки, чё это за говно? Ну, спасибо, хоть не убило чмо. Обратка не будет?
Так, сейчас будет бомб, да. Блин, прям под Миш попал, молодец. Ах ты, дрянь, а. Да что ж такое? Не успеваю, не успеваю. Мой косяк мой. Да ёлки-палки. Мразь ты тупая. Да я тебя должен постараться убить. Не будем загадывать, но я постараюсь. Блин, ну завтыкал, завтыкал, да. Блин, да что такое, а? Хватит уже взрываться. Еще разок. Все. Фух, господа, три босса в одном выпуске. Да, я это сделал. Давайте мы тогда факел врубим. Там есть, по-моему, сундучок. Все, посмотрим внимательно. Ничего интересного здесь нет. Видите, эти статуи, они не плюются, плюются другие. Вот там проход. Можно взять, в принципе, плюшку. Я не думаю, что я сдохну сразу. Так. Огненное семя нам нужно для пиромантии. Ну, видите, немножко продамажил совсем. Ну, хорошо, хорошо. Всех убили. Всех унизили. Ну, здесь точно, я думаю, не будет этого сундука мимика. Вот, очищенный костяной прах. Смотрите, уже четвертый нашли. А здесь еще пишут. Где стена призрачная? Это вранье полное. 233 плюса. Ой, тю-тю-тю. Ну давайте, ладно, давайте. Так, призрачная стена впереди. Хорошо, давайте мы тоже напишем то же самое. Пускай нам тоже ставят плюсики за это. Так, объекты. Где там призрачная стена? Так, атрибуты. А вот где вот эта призрачная стена, я не помню. Сейчас мы найдем. Угу. Наверное, здесь. Так, а где призрачная стена? Надо обязательно тоже поставить, чтобы не плюсовали. Странно. Я вот почему-то ни разу не видел призрачную стенку здесь. Ни разу. Непонятно. Очень странно. Непонятно. Объекты. География, может быть. А, наверное, здесь где-то, да? Все. Оставим то же самое сообщение, пускай нам лайкают. Раз это модно, я не знаю, за что ему лайки кидают. Вот так вот. Все, убили мы еще одного боссика. Еще один путь, за... это путь закрыт здесь. То есть все, здесь дальше уже прохода нет. Все. А, там тоже везде призрачные стенки, да? Такие радостные. Не, это, конечно, хорошо, что я убил с первого раза. Это очень хорошо. При том, что я говорю, я уже не помню этого босса, как он двигается. Он, по-моему, еще плевался говном, да? Он может еще блевать, но почему-то он не блевал на меня. При том, да, что я был прям вплотную. Он много раз хватал, вы видели? То есть слава доспехам и хп, да, что хватало меня. Много раз хватал. Но все равно я выживал, я боролся, все. Ну, на этой давайте... что? Из этого кольца тупого, что ли? Подождите, странно очень. А как я там дрался? Там же, по-моему, я же быстро двигался. Ничего не пойму.
Ладно, неважно, короче, я не знаю, почему я медленно прыгаю, что я даже не могу понять. Ну ладно, не факт. Не суть в этом, короче. Суть в том, что нужно заканчивать выпуск. Все, мы еще дальше продвинулись, гораздо дальше, да. То есть мы закончили Железной Цитадели полностью, и там уже тоже концовки больше нету. Все, мы обрубили конец. Мы закончили полностью с этим, с помойкой тоже. Концовки больше нету, мы обрубили конец. Я потом как-нибудь покажу, как достать самые сильные доспехи на физурон и самые медленные, да? Но это будет потом. Сейчас мы с вами попрощаемся до следующей серии. Тоже будет интересная серия, будем дальше проходить Dark Souls. Всем пока!